то, что выбрасывать нельзя. Конкретная инструкция. Из чего они сделаны? Они сделаны из пластмасса и железа. Внутри, как у любых будильников, есть шестеренки. Если туда попадет перо, все сломается. Они не на батарейках, да, часы эти? Нет. Эти часы на батарейках? Да. То есть они на батарейках, но там все равно шестеренки. А как эти шестеренки работают? Они крутятся. И все? То есть любые шестеренки, которые крутятся, показывают время? Не обязательно. Шестеренки крутятся. Нет, к шестеренкам прикрепили. К нам Макс стучит. Ладно, сейчас, тут не отвлекайся. Рассказывай. Я слушаю. Рассказывай дальше. К этим шестеренкам прикреплены... Где тут стул? К этим шестеренкам прикреплены... Макс? Нет. К этим шестеренкам прикреплены стрелки. И если одна шестеренка крутится, крутятся и все остальные. То есть одна меньше, другая крупнее? Да. Вот. У меня дома есть похожий будильник. Он прозрачный. Там каждая шестеренка своего размера, только он заводной. Но они принципиально не отличают эти часы от твоих часов? Да. У этих часов есть батарейка и специальные регулирующие кнопки. Да, они что регулируют? Время, я тебе сказала, раз 10. Вы не слышали? А будильник они не регулируют, да? Регулируют. Вот эти две регулируют время, а это выключает. Я это уже говорил. Вы очень внимательно меня слушаете. Возможно. Здесь также есть шурупы, чтобы держать крышку от всей конструкции. Без крышки все ваши шестеренки очень быстро бы сломались. Бесподобно. Мне понравился твой рассказ. Учитесь. Чтобы не то же самое. Конечно, не то же самое. А то сейчас. Он все поет, как фильм. Дайте микроволновку. А сам что поднимет? А сам тебе на кухню. Какого? Ханзараза. Мы поделаем фотки. Ставь на меня. Саш, не верите. Что вы делаете? How are you to do? Сейчас я засеку. Видишь, что? А можно воды попить? Нет, нельзя. А почему? Потому что ты увлечешься. Сядь. Нет, я только воды. При вас можно? Но я пить не можно. Ну, давай сейчас сядь. Сейчас попьешь. Это будет кондиционер. Так. Саш, встань. Я попить. Нет. В нем есть куча кнопок. Чуть громче скажем. В нем есть куча кнопок. В нем с этим пультом можно включить кондиционер или выключить. А зачем его включать? Чтобы не было так жарко дома. Хорошо. Из чего он сделан? Из пластмассы. Ну, то есть, пластмасса бывает только одного вида? Получается будильник. Будильник будет, а этот пульт включает. Ну там часы тоже есть? Да. Да. Они неправильно. Значит, принцип тоже. Получается, там есть часы. Я могу объяснить. Чем получается? Да. Я пускай сам скажет. Но они. Тут есть кнопки, а там нет. Почему? Там тоже кнопки есть. Там больше кнопок. Ну, тут больше кнопок. Хорошо. На этот раз принципиально одна кнопка или 20 кнопок. Тут нет шестеренок. Согласен. А там что есть внутри? Ты видел когда-нибудь, что находится внутри компьютера? Я видел. Что находится внутри? Провода. Провода? Это не основное. Это платы. Спаянные платы. Да. То есть там микросхема находится. Так. Ну что там находится? Предположи. Не обязательно сейчас его ломать и скрывать. Провода. Что объединяет их с будильником? Объединяет. Ну батарейка есть? И не только.
Зам есть? А там были? Да. Значит, батарейки. Что еще? Еще тут. Кто их сделал? Кто их сделал? Кто их сделал? Ну, в какой стране они сюда? Их сделал человек, не природа. Рукотворная? Да. Согласен, Саша, ну прям радуешь. А в какой стране сделано и то, и другое? На них есть, ну, я думаю, на них есть знак, что мусор выбрасывать запрещено. Согласен, да. То есть, получается, внимательные, мне нравится. Ну, где они, скорее всего, сделаны? Хазан, где делается техника в современном мире? На заводе. На заводе, знак, в какой стране находится? Да, во всех. Ну, я думаю, это или Китай, или Америка, или Россия. В Америке? Ты видел кондиционеры в Северной Америке? Нет. Не видел. Нет. Я думаю, или Китай, или в Японии, или что-то. Все, посмотри. Ты справился. Мне справился? Справился. А кто лучше? Кто лучше?